Всем привет, ребята, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю видео про мой повседневный макияж в 13 лет. В этом видео я покажу и расскажу, какими продуктами я пользуюсь в своем макияже. Но прежде чем как-то начнешь смотреть это видео, не забывай про подписку на мой YouTube-канал и на мои другие социальные сети. Ссылочку на них смотри в описании. Прежде чем начать краситься, я надеваю вот такую повязку на голову. Увлажняю губы обычной гигиенической помадой. Первый шаг в моем макияже – это я протираю свое лицо тоником. Жду, пока лицо высохнет. В качестве базы под макияж я использую такой крем от 7 Days. И начинаю втирать крем в лицо. Приступаем к самому макияжу. Тональный крем я не использую. Беру консилер от Divash. Наношу его под глаза, также на подбородок и на лоб. Беру спонжик и начинаю все это растушевывать. Следующий шаг – это моя любимая пудра от Divash. Чтобы набрать пудру, я ее высыпаю в крышечку. Беру пудру и наношу ее на все лицо. Беру уже другую пудру от Avon. Если та пудра была рассыпчатая, то это уже шариковая. Эту пудру я наношу не на все лицо, а только на скулы, на нос и немного на лоб. Беру румяна от фирмы La Rosa, наношу их на щечки, а также на носик. Далее идет мой любимый хайлайтер от Vivien Sebo. Тут есть два оттенка, и я буду использовать светлый. Наношу хайлайтер на скулы, или вроде это место называется как-то по-другому. Также наношу на носик и под брови. Для меня в макияже самое сложное — это брови. Для прорисовки бровей я использую тени, а также карандаш. Растушевываю тени. Беру карандаш для бровей от Vivien Sebo и начинаю вырисовывать форму. Когда у меня что-то не получается с бровями, я, конечно, использую мицеллярную воду. Чтобы закрепить брови, я беру вот такой вот прозрачный гель от Stellary. Тени я не использую, а беру тушь. Моя любимая тушь закончилась, и я буду пользоваться теперь тушью от Maybelline New York. Когда я накрасила тушью, я начинаю расчесывать их, потому что я не очень люблю, когда у меня сильно накрашены ресницы. Последний этап в моем макияже, и это губы. Беру бальзам от Евы. Когда ты его наносишь на губы, то он меняет цвет. Наверх этого бальзама я наношу блеск от Divash. Ну что ж, ребята, и это видео подошло к концу.
Если в этом виде я как-то неправильно носила косметику, то извините меня, пожалуйста, ведь только я учусь краситься. Если вам понравился мой повседневный макияж, и вы поставите лайк под это видео и подпишитесь на мой YouTube-канал. Ну а я с вами прощаюсь и всем пока-пока!